А сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу другую правду. В течение 5 лет в 2 раза увеличение производства самолетов в 30-е годы, производство танков в 30-е годы, а переселение всей промышленности внутрь, на Урал, на Восток. Это же супероперация. Понимаете, супероперация. Индустриализация. Дальше. Следующий момент. Давайте. Вот Сталин ушел из жизни. Что он оставил? Колоссальную страну. Половина, Восточная Европа вся была наша. Китай был наш, Китай наш. Индия, которая ориентировалась во многом, так сказать, на него, там уже готовилась антибританская вся история, происходила, да? То есть осталось схватить за холку Америку, что он собирался сделать, ему пару лет не хватило. Ну, конечно. Все, все его было. Понимаете, масштаб политический. Вы вдумайтесь в это. И что мы сейчас имеем? 91-й год, так сказать, или даже 2005-й. Страна раздроблена, Украина бегает на запад, Молдавия бегает на запад, Восточная Европа уже сбежала, мы обложены военными базами и те же жертвы. Вы что думаете, сейчас за эти 15 лет люди умирали от болезни, от конфликтов, от неустройства, от того, что потеряли жизнь? То есть те же жертвы, финал никакой. Понимаете, жертвы страшные сейчас происходят. То же, что Сталин, но без достижений. Что мы сейчас имеем? Тоже те же жертвы, тот же небогатый народ, те же люди, такое живущие... Такое впечатление, что вы радуетесь этому. Не, я не радуюсь, я говорю про это тут, а результатов никаких. Те хоть могли показать магнитки, могли показать ракеты, могли показать захваченный Китай, могли много чего показать. Что этим-то показать? Знаете что? И ваши демократы, друзья все, которые в 89-м году пришли к власти, и что они то же самое устроили со страной, а результатов, кроме построенных дач, приличных, так сказать, и поездок в Италию ничего нету, нечего предъявить на суде истории, так сказать, он-то мог предъявить, а вам что предъявлять?